Здравствуйте, дорогие друзья! На обзоре у нас будет монета 1 крона 1981 года. На лицевой стороне изображена королева Великобритании Елизавета II. Гурт выступающий и надпись «Божьей милостью королева, защитница веры, Елизавета II». Вес монеты 28,28 грамма. Диаметр ее 38,5. Гурт рубчатый. Толщина гурта 2,5 миллиметра. Монета посвящена свадьбе принца Уэльского Чарльза и леди Дианы Фрэнсис Спенсер, которая состоялась 29 июля 1981 года. Бракосочетание, вернее венчание, состоялось в соборе Святого Павла в Лондоне. Ну, на то она и королевская свадьба. По скромному 3,5 тысячи собралось гостей. Приехали они на карете. Вот такая вот монеточка. Довольно-таки интересная. Я что-то не обращал внимания. Он посмотрел обзоры Евгений Джон де РСМ. Ну и решил себе троечку купить. И можно сказать, влюбился в эту монету. Монета большая, объемная такая. Как в некоторых кругах говорят, маешь вещь, когда в руке держишь. Ну, для ориентира, кто не в курсе. Вот 5 рублей. И эта монета, чтобы понять ее размер. Вот такая монета. Оценивайте. Наверняка многие знают. Я видел, но вот решил прикупить. Всего вам доброго. С наступившим Рождеством. Удачи вам всем.